Макс Гусар. Сьогодні він розповість нам трошки про value types, як їх і з чим готувати, правильно? Коли їх використовувати, коли не використовувати, можливо. Доволі цікава тема для тих, хто вже більше, ніж, мабуть, хоча б один рік в iOS-розробці. Тому запрошую до слова. Макс, передаю тобі. Спасибо. Окей, так, все, супер. Окей, давайте поговорим сегодня о типах по значению. Всегда ли правильно мы их используем и в каких случаях, возможно, все-таки нужно вернуться к старому доброму reference-type. Окей, перед тем скажу немного о себе. Начинал iOS-разработку с 2014 года, еще до того, как Swift был широко популярен. С Objective-C тоже сталкивался. Плюс я являюсь автором курса iOS Start с нуля до единицы. Парочку студентов тоже здесь должны быть. Сейчас работаю в компании Dima Software. Мы занимаемся в основном аутсорсом с ориентированием на IoT. Но кроме того, мы еще разрабатываем свой продукт, который называется Hubris. Это такая классная коробочка с различным количеством сенсоров, которая позволяет отслеживать качество воздуха и поддерживать производительность работы на высоком уровне. Если будет интересно, посмотрите. Теперь перейдем к нашему плану. Что мы для начала разберем? В первую очередь мы посмотрим на основы для того, чтобы относительно этого отталкиваться от проблем либо недопониманий, которые могут возникнуть. Дальше это такие несколько наиболее популярных заблуждений и последние рекомендации по разработке того либо иного приложения. Окей, поехали. Что такое вообще в целом value type, что нам говорит Apple и что это за концепция, в чем ее принцип? Здесь уже с этого момента Apple нас немножко запутывает и сбивает, потому что он описывает это как концепт. То есть концепт value type в том, что любая сущность имеет уникальный набор данных, то есть это всегда является копия. Что такое копия? Ну то есть что это value type в целом? Тот концепт value type, который описывается здесь, назовем его как pure, то есть чистый value type. Это всегда принцип, когда мы присвоили в какое-то значение переменную и создалась копия. Reference type — это тот принцип, к которому мы привыкли во всех языках, когда мы, присваивая с одной переменной в другую, мы передаем ссылку. А непосредственно объект у нас как бы один и тот же остается. Но вот здесь уже начинаются некоторые недопонимания, потому что свифтовый value type — это не тот pure value type, это не концепт. Это уже более конкретная реализация пла семантики value. В чем отличие pure value type от value семантики? В том, что когда мы что-либо передаем, нам не важно абсолютно, каким образом это передается. Самое важное, что для нас, это при модификации любых данных, чтобы изменялась уже новый объект, то есть создавалась копия. Окей. Что, в чем вообще основное преимущество? Мы привыкли в большинстве языков к тому, что у нас есть классы, reference type, и мы создали какой-нибудь, скажем, объект, передаем его в функцию, и вроде бы как все классно. Мы пишем описание, там что-нибудь выводится и так далее. Но потом мы такие вдруг выводим какое-то значение свойства, и оказывается, что до вызова функции у нас значение было одно, после вызова оно поменялось. И как бы вот такая вот штука бывает очень проблематичной, и value type чаще всего нас от этого спасают. То есть такой фигни у нас уже не будет. Насчет базовых штук, что нам рекомендует Apple. Он говорит о том, что окей, всегда по умолчанию используем структуры, потому что это безопасно и классно. В
каких-то частных случаях, когда нам нужно конкретно reference type либо Objective-C совместимость, мы юзаем уже классы. Тут никуда не денешься. В принципе, да, это правильный совет, но когда мы используем любой подход либо любой механизм, иногда лучше знать детали реализации, чтобы особенности работы не повлияли на время нашей разработки. Вспомним чуть-чуть основы архитектуры памяти для того, чтобы все те заблуждения, которые мы сейчас пройдем, были понятны, откуда они вообще появились и почему это так. То есть в памяти, в принципе, любое приложение имеет набор инструкций, общая память и два основных типа памяти, которые нас будут в данном случае интересовать, это стек и куча. Стек — это такая очень простая структура, которая реализует LIFO подход, то есть last in, first out. Она потокобезопасна, что для нас важно, то есть всегда на каждый поток это один стек. И еще операция добавления либо создания либо удаления элемента очень быстрая, потому она равняется приблизительно присвоению обычного инта. То есть новый адрес — это перемещение указателя на стек. И у нас как бы вообще все супер быстро летает. И вот этот вот принцип, концепт value type частично на этом основан. То есть все работает более быстрее, чем работа с кучей. Что такое куча? Это уже более сложная структура. Во-первых, она сегментирована, то есть участки памяти могут разбиваться на разные части. И если нам нужно что-то выделить, мы ищем нужный участок. Мы говорим системе, что мы этот участок должны зарезервировать, использовать. Чтобы вернуть это, мы точно так же должны к этому участку обратиться и так далее. Плюс при работе с кучей обязательно всегда используются указатели и счетчики ссылок. Счетчик ссылок говорит о том, какое количество объектов, какое количество ссылок указывает на этот объект. Куча, она является общей памятью, то есть она делится между потоками. Как только мы имеем общую память, это значит, что любая модификация требует уже синхронизации, то есть для того, чтобы это было потокобезопасно. Это тоже минимальный, но определенный накладывает эффект на производительность. Окей, с этим, я думаю, вспомнили. Теперь мы все понимаем. Смотрим, какие бывают… Ух ты, не видно двоечку. А там видно, окей. В общем, там двоечка. Какие частые заблуждения? Сначала быстренько пройдемся, назовем каждый из них и разберемся, почему это так и так ли это действительно. Первое заблуждение — это то, что ссылочный тип всегда хранится в куче, а value type всегда хранится в стеке. Структуры всегда быстрее и более эффективны, чем классы. Для value type'ов вообще не существует такого понятия, как, то есть вот этого поведения шаринга данными, когда мы неожиданно можем изменить что-то, совсем не ожидая такого. И последнее — это то, что value type обеспечивают потокобезопасность, ну и, соответственно, нет никаких проблем при работе с многопоточностью, нету состояния гонок и так далее. Окей, давайте разбираться, так ли это или нет, и почему. Первое заблуждение — это то, что ссылочный тип всегда хранится в куче, а value type всегда хранится в стеке. Насчет ссылочного типа однозначно, так как бы всегда есть, всегда было и всегда будет. Единственное, уже если совсем дотошно об этом говорить, то всегда в стеке хранится указатель на область памяти в куче и уже в куче, собственно, сам объект. Что касается value type, здесь это, можно сказать, частично правда, но с огромным количеством вариаций, ифов и так далее. Посмотрим, когда же и где хранятся value type в зависимости от контента и от содержимого. И мы помним же, да, что свифтовый value type — это не чистый value type, это всего лишь семантика по значению. То есть когда передача данных
производится, точнее, передача данных нам не важна каким образом, но если мы модифицируем объект, всегда модификация выполняется уже в копии, в новом объекте. У нас три на самом деле варианта, третий мы рассмотрим дальше. Сейчас первые два. Первый вариант, где могут храниться value type, это в стеке, абсолютно, то есть полностью весь объект выделяется в стеке. Для стандартных типов единственный вариант, когда это работает, это для статического размера типов, там int, bool, double и так далее, примитивов, либо микс из примитивов. И точно так же для наших типов user-defined, которые мы указываем, это то же самое определенный набор только из базовых типов статического размера. И в принципе как бы все. Есть там небольшие оптимизации, которые мы в принципе не будем затрагивать, но это единственный случай, в котором только полностью в стеке будет определяться значение, выделяться объект. Теперь что касается хипа. Даже value type из стандартной библиотеки тоже выделяются в куче, некоторые из них. Любой тип, неважно, это стандартной библиотеки или созданный нами, если у него динамический размер, значит его уже нельзя создать в стеке, потому что в стек можно добавлять только объекты статического размера. Следовательно, динамический размер типа данных уже переносится в кучу. Если это user-defined, то есть наши, все в принципе отталкивается от того же принципа. Если мы не можем определить размер из-за динамичности, то есть мы указываем, что тип данных протокола, generic и так далее, это все переносится автоматически в кучу. Если у нас есть рекурсия, то есть точно так же размер нельзя определить, переносим в кучу. Еще одно условие — это если наш value type содержится внутри ссылочного типа, значит полностью тоже весь объект переносится в кучу. С этим разобрались. Теперь третья ситуация, наиболее популярная для всех типов данных, которые мы создаем. Это в стеке, но микс. То есть часть выделяется в стеке, часть в куче. Для каких случаев это происходит? В принципе, тот же принцип. Если любой тип данных, который мы создаем в структуре динамического размера, то есть тот, который выделяется в куче, значит наша структура содержит указатель на кучу, и дальше в куче уже содержится свой объект. То есть таким образом часть полей у нас хранится в стеке, часть в куче. Все стандартные типы данных динамического размера, то есть строки, массивы, словари, сеты, это все value type, то есть это тип по значению, но который реализует value семантику, а не является чистым value type. Это связано с двумя моментами. Первый — с тем, что нам нужно динамически масштабировать размер, то есть он может уменьшаться, увеличиваться. И второй момент — это вопрос производительности. Потому что каждый раз создавать копии больших объектов — это не очень быстро, скажем так. Следовательно, мы можем сделать вывод, что для value семантики у нас может быть два варианта реализации. Первое — это copy on assignment, то есть каждый раз, когда мы копируем с одной переменной в другую, у нас создается копия объекта. Если у нас создается копия объекта, значит этот объект, скорее всего, хранится в стеке. Если наш объект хранится в куче, значит у него скрытая реализация счетчика ссылок, и, соответственно, для того, чтобы производительность была на высоком уровне и чтобы все вот эти операции не занимали большое количество времени, у нас реализуется поведение copy on write, то есть копирование происходит только в случае модификации объекта. Это как бы классно, мы верим о том, что нам говорят Apple, как нам рассказывают в статьях, либо со сцены, либо еще что-нибудь. Но хотелось бы все-таки проверить самостоятельно и узнать, действительно ли это так, и какой, собственно, тип, который мы создали, либо стандартный, хранится в какой из памяти. В стеке, в куче, либо миксом. Окей, давайте, значит, реализуем и проверим, каким образом
какой объект хранится в памяти, какой самый простой способ. Создаем копию и сравниваем два адреса. Совпадают, значит, физически копия не создалась. Не совпадают, значит, копия сразу же уже нового объекта существует. Мы как бы знаем, что для value type вроде бы как нет ссылки, и узнать напрямую очень просто адрес value type мы не можем. Но у нас есть множество свифтовых различных типов данных. В данном случае нам поможет unsafe row pointer. Это такой тип, который всегда отображает сырую ссылку на тип данных, на объект. Относительно этого типа мы можем всегда конвертнуть и вывести в нашу консольку адрес текущего объекта. Поэтому проверим, действительно ли структуры хранятся в стеке, когда в куче и так далее. Создаем обычный объект структуру юзера с одним полем name и выводим ее адрес. Дальше присваиваем новой переменной и выводим уже два адреса — копии и значения. Мы помним, что два варианта семантики стек — это если всегда сразу же после присвоения создается копия. Следовательно, мы видим, что здесь адреса отличаются красненьким. Да, отличаются, значит, создалась сразу же копия, значит, скорее всего, у нас хранится в стеке. Могут быть какие-то очень минимальные там погрешности, оптимизации и так далее, но вот как бы мы принимаем это, что любая копия — это значит стек. В 99% случаев это так. Дальше проверим стандартный тип данных — это массив. Массив, мы помним, что динамического размера, если динамический размер, значит выносится в кучу. Создаем копию, выводим два адреса. Адреса совпадают, значит мы все еще имеем ссылку на один и тот же тип данных. Уже как бы вот эта наша pure value семантика не соблюдается. Как только мы вносим какие-либо модификации либо в один, либо в другой массив и выводим адреса, мы видим, что адреса только с этого момента, после модификации, начали отличаться. Следовательно, этот объект хранится в куче, и только после его модификации у нас выполнилась copy-on-write семантика и выполнилось создание нового объекта. Теперь последний концепт — это проверить, действительно ли value type, который вроде бы как должен всегда храниться в стеке и копироваться, хранится как свойство внутри класса. Создаем наш класс, создаем все того же юзера свойства, берем свойство юзера и копируем его в новое свойство. Адрес, как мы видим, все так же остается тот же. То есть, несмотря на то, что это value type, мы ничего не меняли, но он хранится внутри класса. У нас он уже находится в куче и передается по ссылке. Как только мы изменили имя, только после этого создалась уже копия. С этим разобрались, и каждый из вот этих заблуждений, они постепенно по цепочке создают заблуждение к каждому следующему. То есть если объект хранится не только в стеке, а зависит еще от содержимого, значит, возможно, производительность стека, то есть если всегда значение хранилось в стеке, у нас это как бы быстрая операция. Следовательно, заблуждение следующее — это то, что структура всегда быстрее и более эффективна, чем классы. Что нужно запомнить при работе с value type'ами в том, что какое бы содержимое там ни было, именно вот это содержимое определяет производительность и каким образом и где находится наш объект. Кроме того, у Apple огромное количество оптимизаций на этапе компиляции, которые могут стандартное поведение модифицировать. И не всегда мы можем, в принципе, узнать об этом. Что важно сказать, что текущая версия для замеров — это 5.0. Начиная с 4.2 скорость одного и того же кода значительно возросла при работе с value type'ами. То есть если, например, вы еще не перешли на Swift 4.2 проект, то желательно это сделать, потому что прирост в скорости в разы, не меняя никакого кода, а за счет того, что это новая версия,
новая какая-то внутренняя реализация, видимо, они что-то обновили, плюс дополнительные оптимизации компилятора. Теперь перейдем, собственно, к производительности. Что важно помнить и понимать, в чем вообще принцип изменения производительности? Value type, если содержит внутри себя любой объект, выделенный в куче, сам по себе не содержит ссылку. Следовательно, если у него вложенный объект находится в куче, ему нужно для этого объекта наследовать и реализовать поведение счетчика ссылок и вот этого вот reference counter. Это накладывает дополнительное время работы, потому что мы помним, что любая модификация в расшаренной памяти требует дополнительных еще синхронизаций, плюс некоторый overhead нахождения объекта, там, перехода в кучу и так далее. Но что значит больше, быстрее, меньше? Это как-то все так абстрактно. Нам было желательно узнать в цифрах или в сравнениях хотя бы, насколько быстрее, насколько медленнее и что вообще как происходит. Поэтому для замеров точно так же посмотрим, создадим класс и класс с свойствами класса, структура со свойствами класса. В данном случае нам не важно, что структура имеет именно класс, нам важно, что это какой-то объект, который находится в куче. И что мы видим? Почему производительность может отличаться? Опять же, прямыми способами или очевидными не всегда можно узнать, но есть классная C-шная системная функция, которая дает нам доступ считать текущее значение счетчика ссылок для объекта. При помощи этой функции мы можем видеть, что когда мы создаем объект класса, копируем ее в несколько других значений, то счетчик ссылок меняется только для нашего внешнего класса, для контейнера. Для всех свойств значения остаются единички. Для структуры такое поведение, точнее, это поведение отличается, потому что сама структура, она не имеет счетчик ссылок сама по себе. И, соответственно, как только мы создаем какие-то копии, у нас создается копия в стеке, и каждое свойство ссылочного типа наращивает счетчик ссылок. То есть таким образом, если для класса мы увеличили для одного свойства счетчик ссылок, то здесь каждое свойство должно увеличивать свой счетчик. И вот эта вот штука, она как раз и влияет на производительность. Мы можем из нашего суперклассного быстрого value type'а при определенных условиях, при больших объемах данных, при большом количестве свойств, которые находятся в куче, мы можем превратить его в такого медленного зверя. Но опять же, медленно-быстро, непонятно, лучше видеть в цифрах. Для теста мы проверим, насколько быстро выполняется копия объектов. В данном случае предположим, что это передача из функции в функцию. Но здесь могут быть оптимизации, поэтому мы считаем, что это как бы копия без модификации. Мы создаем различные объекты с различными полями. Количество итераций берем за 10 миллионов, чтобы было более-менее наглядно. Нам в данном случае не так важно конкретное значение, нам больше важен порядок и соотношение между различными значениями. Мы будем сравнивать 6 типов данных, то есть это структуры, которые содержат определенное количество полей типа int. Также структуры со строками, аналогичные, но уже классы. И два интересных момента. Это мы будем проверять структуры с перечислениями обычными и структуры с перечислениями, которые содержат row value string. Ну то есть как бы динамический тип, string, все дела вроде бы. Окей, смотрим, что у нас получается по времени. Даже для 5 полей, если мы сравниваем копирование строки с интом и строки, структуры со, с интом и структуры со строкой, у нас разница в 15 раз. Но, в принципе, мы как бы можем это принять. Там маленькое число, вроде бы, ну, как бы надо смириться, так работает. Для маленьких систем нам вообще будет незаметно. Теперь смотрим, что мы видим дальше. Чем большее количество полей, тем, соответственно, пропорционально увеличивается время копирования.
Это как бы вроде тоже очевидно, и мы это принимаем, если мы с этим работаем. Нас это устраивает. Для нас в данном случае пока что наиболее важно это именно то, что мы легко обеспечиваем value-семантику, а не скорость для систем, которые и так уже как бы очень быстрые. Смотрим дальше. Что мы видим для классов? Вне зависимости от того, какое количество полей, у нас всегда время приблизительно одно и то же. Это связано с тем, что мы всегда, все, что нам нужно сделать, это один счетчик ссылок наращивать либо уменьшать. Какое количество полей, нам не важно, это все хранится в куче. Единственная разница копирования — один счетчик ссылок. Теперь, что интересно, это каким образом производительность работает с перечислениями. Вне зависимости от того, перечисление это обычное, либо с raw value стрингой, время приблизительно для 5 полей совпадает с временем работы с интами. То есть уже время совпадает, это хорошо. Не так медленно работает. Теперь что мы видим для ситуации для 20 полей? Если 20 полей с интами сравнить с 20 полями перечисления со стрингой, перечисления работают в 3 раза быстрее, чем инты. С чем это связано? С оптимизациями и с возможностью перенесения части операций копирования непосредственно уже в регистры, а не через стек. Это еще добавляет производительность. Плюс, опять же, оптимизации компилятора. То есть перечисления всегда, скажем так, они не медленнее, но в большинстве случаев они быстрее даже работают, чем обычные числа. При том, что мы видим, что это raw value string, и как бы это значит, что мы можем определенный фиксированный набор различных строк уже сжать в наше перечисление. И это значит, что это будет не обычная строка, то есть как второй столбец, а наш enumчик, который описывает, кроме того, что строго типизировано, еще и быстрее работает. Как бы профит супер. Если мы посмотрим сравнение со строкой и с перечислением, то вот здесь уже очень чувствуется разница, потому что в 54 раза строки, копирование строк работает медленнее. Можно сделать вывод, следовательно, что как только у нас есть хотя бы какой-то минимально фиксированный набор параметров, все это сразу же стараемся выносить в перечисление. Кроме того, что это best practice, это более типа безопасно, так еще и работает в 54 раза быстрее для 20 полей. Вообще супер. Теперь, что очень интересное наблюдение, которого я не ожидал, это если сравнивать количество полей в перечислениях. Мы видим, что время от 5 до 20 полей для перечислений практически не изменилось. То есть если мы увеличиваем количество полей перечислений, скорость копирования практически не меняется, она все так же константна. Единственное, когда уже теряется вот эта потеря в производительности, в оптимизациях и работе с перечислениями, это когда мы используем 50 полей, что в принципе довольно редко. Но в этот момент у нас идет скачок в 5,5 раз, и тогда мы видим, что время теперь уже начинает быть приблизительно совпадать с временем копирования структуры с числами. И то все равно структура перечисления чуть-чуть быстрее. Но что мы видим? Что для нас самое важное в данном случае при производительности? Для систем, для которых это важно. Сейчас для 50 полей разница между копированием интов и стрингов в 20 раз. При этом, ладно, еще в 20 раз мы бы, может быть, могли бы это принять. Но если все абсолютно значения в нашей таблице меньше полсекунды, то для стрингов у нас уже 2,5 секунды. И вот в данном случае это может быть проблемой. Что мы можем сделать в этом случае? Мы можем применить подход, либо принцип, который также рассказывает Apple, и сейчас у них уже это добавлено в их стандартные рекомендации по оптимизации, раньше этого не было, это использовать подход, который называется Indirect Storage.
для больших структур, которые позволяют улучшить производительность. Какая вообще реализация, в чем принцип? В том, что мы самостоятельно реализуем вот этот подход copy on write, то есть мы имитируем подобное поведение тому, как работают типы массива, словаря и так далее. То есть мы делаем контейнер, обертку, в котором наша большая структура находится внутри класса и, соответственно, хранится в куче. Как мы это делаем? Все через дженерики. У нас есть класс всего лишь с одним полем, структура, которая внутри хранит единственное поле, это ссылку на этот класс. И что нам нужно, чтобы самостоятельно вручную реализовать подход copy on write? Это пишем value, которая является вычисляемым свойством. При считывании мы ничего не делаем, просто возвращаем. При модификации нам как раз, если мы хотим записать, модифицировать объект, который уже существует, нам нужно создать его копию. Для этого все, что нам нужно, это опять же системная функция, глобальная, которая проверяет, является ли счетчик ссылок единичкой. То есть больше одного, либо единица. Если у нас больше одного, то есть уже больше ссылок, больше, чем одна ссылка на объект, значит, нам нужно создать копию. Если нет, мы просто присваиваем новое значение в ту же ссылку. И таким образом мы можем получить прирост в производительности за счет переноса полностью хранения объектов в кучу. И пример использования все так же наш юзер. Создаем объект, но теперь в данном случае помещаем его в наш бокс, в контейнер. И когда мы передаем этот контейнер между различными свойствами, выполняется шаринг непосредственно самого объекта данных. И только при модификации мы уже создаем непосредственно копию. Что здесь важно помнить? Несмотря на то, что мы можем подумать, что класс имеет много полей, значит, возможно, он работает долго. На самом деле не стоит, самое первое правило, что касается оптимизации, не стоит делать и рассчитывать на предварительную оптимизацию, то есть ту оптимизацию, которую вы думаете, что должна улучшить скорость. Всегда оптимизации, что касается особенно скорости, стоит делать только для тех систем, в которых это важно. Это могут быть фреймворки, это могут быть библиотеки, это могут быть приложения, которые уже действительно большие в размерах, то есть растут все больше и больше. Плюс это может быть еще в некоторых случаях актуально для реализации тех либо иных архитектур проектирования. Если вы думаете, что все-таки производительность плохая, мы ищем, возможно, проблема вообще не в value type, а там вы где-нибудь main поток блочите или что-нибудь такое. То есть вот эти оптимизации, что касается работы и передачи value type, это такой уже один из последних подходов, который стоит проверять. Всегда выполняем замеры и только после этого ищем способы оптимизации. Окей. С этим, с первыми двумя пунктами разобрались. Теперь осталось еще два. Что касается unexpected data sharing, то есть неожиданная модификация нашего своего объекта. То есть это как раз стандартное поведение классов. Вроде бы value type передаются всегда по значению. Неважно, это copy on assignment, copy on write. И по идее таких ситуаций возникнуть никогда не должно. Но, как оказывается, все-таки существуют исключения. Хотя в целом, да, это так. Но эти исключения могут создать как раз неожиданное поведение и проблемы, когда эту ситуацию можно будет потом очень долго искать. Пример с замыканием, когда мы создаем свойство A, замыкание, которое выводит это значение, и после этого мы модифицируем A на 20 и вызываем наше замыкание. Как вы думаете, какое сейчас будет значение выведено в консоль? 10 или 20? Или все-таки 10? Ну вот на самом деле в консоль будет выведено значение 20.
Почему так происходит? Потому что по умолчанию замыкание абсолютно всегда, все что угодно из внешней среды захватывает по ссылке. Следовательно, если мы передаем это в замыкание, нам нужно помнить, что вот там внутри в замыкании теперь это всегда по ссылочному типу передается и используется. Если мы все-таки хотим применить стандартный подход value type, то нам придется так же, как мы указываем weak self, там unknown self, то для типа по значению, когда мы указываем в квадратных скобках это значение, у нас создается только в этот момент уже копия. Это относится точно так же, как и к стандартным типам, к системным, так и к нашим собственным. То есть независимо от того, int, array или какой-нибудь наш объект, если он передается в замыкание, стоит помнить, что передача этого объекта уже выполняется по ссылке. И теперь последнее такое популярное заблуждение, которое может привести к огромному количеству времени, потраченной на отладку и поиск проблемы. Value type, они вроде бы как потокобезопасны. Если они потокобезопасны, значит нет никаких проблем с состоянием гонок и всем вот этими штуками, которые связаны с работой в multithreading среде. Почему вообще возникает такое заблуждение? Потому что наши value type, они как бы хранятся вроде бы всегда в стеке. Стек потокобезопасный, всегда создается копия, и как бы все классно. У нас все работает, мы вообще можем расслабиться и забыть про все сложности и проблемы работы в многопоточной среде. Но, к сожалению, здесь это вообще не работает, потому что мы используем замыкание как минимум. Все, что мы делаем в многозадачности, у нас, если выполняется какой-то шаринг данными, то, скорее всего, он захватывается через замыкание. Единственная оговорка, что потокобезопасность для value type'ов обеспечивается для констант. То есть инициализация константы у нас потокобезопасна. Но это уже такое. Это больше знакомо для Objective-C кода, когда мы создаем синглтоны и писали dispatch once и все такое. Для Swift это не нужно. Теперь, окей, ладно, вроде бы потокобезопасно, либо нет, лучше это все-таки проверить. Проверить это можно на простейшем примере, создав структуру с двумя значениями, создав элемент и в два потока запускаем просто цикл по, ну, от 0 до 10 тысяч и присваиваем в наш объект номер итерации. В первом цикле, в первой очереди номер итерации с плюсом и с минусом, и во второй наоборот. Вроде бы все классно. И в данном случае, чтобы все проверить, правильно ли работает, мы выводим if-ом. Если сразу же после присвоения у нас значения не совпадают, значит что-то пошло не так. И запустив данную программу, что мы можем увидеть в консоли? Это примерно вот такой вот список, иногда длинный, иногда короткий, иногда вообще без проблем. Но чаще всего для большого цикла у нас возникают такие проблемы. То есть, что мы видим? У нас при выводе, сразу же после присвоения двух одинаковых значений, почему-то в консоли результатом значение не то, что не совпадает, не схоже, то есть не там два плюсовых или два минусовых, а как бы вообще не совпадает. У нас может быть там A62, B336. Ну и как бы если мы так работаем, если так работает наша программа, то мы получаем непредсказуемый абсолютно результат, потому что воспроизвести однозначно его нельзя. В зависимости от разных ситуаций будет каждый раз работать по-разному. В 9 из 10 случаев оно может работать, а в 10 что-то идти не так. И вот как бы вот такая штука очень такая трики. С массивом, ладно, можно сказать, что это такая симуляция, не очень похожий на реальную жизнь пример. Поэтому возьмем пример, который чуть больше похож на реальный. У нас есть
какой-то где-то хранится баланс на нашем счету, и у нас есть структура банкомата, которая выполняет списание средств, но обращается к этому внешнему значению нашего баланса. Что мы делаем? Мы создаем очередь параллельную, и в каждой из этих очередей создаем наш объект и вызываем метод списать средства. В списании средств у нас выполняется проверка, доступен ли баланс для списания. Если доступен, у нас выполняются какие-то преобразования. Мы его симулируем тем, что случайно от 0 до 2 секунд мы стопаем текущий поток. То есть имитируем то, что выполняется длительная операция. И дальше выполняем списание. В принципе, если вот убрать такую бросающуюся в глаза thread sleep, и там был бы просто какой-то длинный код, то вроде бы все норм. И особенно если мы пишем такую штуку, которая сработает с деньгами, то тут нужно быть особенно осторожным. В чем подвох вообще? Если мы запустим нашу программу, мы увидим примерно вот такой вот вывод в консоль. То есть мы создали первый банкомат, второй. Каждый из них инициализирует операцию списания. И первая идет проверка баланса, все норм. Дальше идет проверка баланса, все хорошо. Выполняются операции. И после этого параллельно, ну либо плюс-минус с небольшими задержками, идет списание первых средств и вторых. И в результате мы видим, что текущий баланс уже минус 600. Хотя, как бы, в принципе, такой ситуации вообще не должно быть, потому что нельзя списать больше, чем у нас как бы доступно. И вот такая штука — это действительно проблема. И про вот особенно последний пункт часто забывают. И найти такую проблему, особенно воспроизвести, когда приходят какие-то баги, очень сложно. Поэтому какой можно сделать вывод по всему этому? В принципе, все по-старому. Нужно просто помнить о том, что при работе с многопоточностью нам все равно нужно вручную реализовывать те либо иные подходы синхронизации и безопасной работы с потоками. То есть, если мы используем какой-то ресурс, который должен уникально меняться, то есть шариться между различными потоками, мы должны редактирование осуществлять только в одном потоке и блокировать доступ к этому ресурсу. Окей. Теперь… Да, троечка. С популярными заблуждениями мы разобрались. Теперь давайте вместо итога просмотрим некоторые рекомендации, которые относятся к работе не только с value type'ами, а в целом к разработке. Первая рекомендация — это всегда по умолчанию… Так же, как было по умолчанию брать структуры, по умолчанию всегда создавайте константы. Это тоже вроде бы очевидная штука, но очень часто встречается такое, что вроде бы свойство инициализируется только раз, но оно почему-то var. И, во-первых, еще ладно, пусть мы там никогда не меняем это значение. Во-первых, все константы по умолчанию работают намного быстрее, чем вары, чем мутабельные объекты. Это связано с оптимизациями компилятора и с тем, как вообще программа понимает, что это за значение и как оно используется. Плюс, опять же, вы создаете сами же для себя потенциальную проблему того, что кто-то где-то все-таки захочет изменить это значение. Следующий пункт — это… Никогда не делаем и не рассчитываем на преждевременную оптимизацию. В современных мощностях телефонов для большинства приложений, которые маленькие, большие или чуть меньше огромных, эта производительность может вообще никак не влиять на вас, либо эта производительность не так важна. То есть вот эта минимальная задержка, которую вы можете заметить, не так сильно влияет на то, чтобы менять свой код, и эта модификация может еще больше усложнять вообще разработку. То есть время разработки уже становится сложнее, потому что там какие-то дополнительные контейнеры, всякие переводы в референсы и так далее.
Третий, вот это вот тоже очень такая штука, общая, скажем так, которая относится не только к value type, а в целом к разработке. Это то, что используйте общую семантику для логически связанных типов. Что это значит? Не нужно при написании каких-либо функций, классов, написании каких-либо API делать так, что ваши логически связанные типы имеют различную семантику. То есть вы запутываете не только сами себя, а еще и всех остальных. Если самый простой пример — это если, например, есть view-моделы, и часть view-моделов — структуры, часть — классы. Следовательно, человек, который это использует, ему в первую очередь либо нужно каждый раз заходить и проверять, какой же там reference type или value type. Вторая проблема — он может как бы даже не думать о том, что может как-то отличаться, и вот на этом моменте может быть прям беда-беда. Поэтому любые логически связанные типы должны быть одной и той же семантики. Неважно, какой вы выберете. Лучше, конечно, value type будет проще, но если это нужно, то как бы и reference type. Но они должны быть одной и той же. Даже несмотря на то, что все-таки в некоторых случаях, даже если лучше было бы создать структуру, но все аналогичные объекты — это классы, то мы как бы жертвуем удобностью в конкретном случае, но следуем общему шаблону, общей правильной практике для всей программы, для всего модуля либо приложения. Четвертое — это если мы все-таки пишем какой-то модуль, который должен быть высокопроизводительным, и мы видим проблему производительности, и мы все-таки уже не знаем, каким образом ее решить, все еще медленно, мы можем пройтись и посмотреть, какие именно типы данных мы используем, и, возможно, проблема как раз в больших структурах, которые долго передаются с одного места в другое. В этом случае мы можем использовать Indirect Storage. Не забывайте про соответствующие подходы для потока безопасности в многопоточной среде. Очень важная штука, которую часто забывают, это используйте вложенные типы. Они, кроме того, что делают более структурированную вашу программу, они убирают лишний доступ к каким-то левым типам, связанным только с одним конкретным, из внешнего скоупа всей программы. Плюс вы дополнительно делаете зависимую типизацию одного типа от другого. И частично это также связано с перечислениями. То есть перечисление очень часто можно делать или нужно делать как вложенные типы. Во-первых, ну вот насчет перечислений. В любой непонятной ситуации, если у вас есть ограниченный набор доступных значений, используйте перечисления. Они, кроме того, что более безопасны в плане типа, они еще и работают быстрее, как мы помним из этого слайда предыдущего по сравнению производительности. И еще, особенно это касается перечислений, стараемся все же, если это возможно, если это действительно так, делать их вложенными типами, потому что они, скорее всего, ну либо часто относятся к чему-то конкретному. То есть если это, например, какой-нибудь объект видео, у него там есть name ID и так далее, у него может быть тип различных форматов. Либо это если картинка, то это может быть там JPEG, PNG и все такое. То есть это все мы можем вынести из строки, которая супер долго работает, ну относительно, в перечисление с raw value string. Такие оптимизации, они как бы, вот в данном случае, если использование всяких перечислений и так далее, они все вроде бы, казалось бы, такие маленькие, по чуть-чуть тут, здесь, там, но если это все такие малюсенькие кусочки соединить, то они уже могут дать вам некоторую более ощутимую прирост производительности. На этом все. Спасибо. И парочку ссылок, если вы захотите еще более детально углубиться в эту тему. Вопросы? Спасибо за доклад. А можно вернуть слайд с табличкой? Да.
Да, а можно еще раз, почему структура с инамами работает, во-первых, сначала линейно, а потом вдруг очень медленно? И почему она там до 20 полей работает даже быстрее, чем структура с интами? Это связано, да, насчет линейно. В начале, да, то есть она приблизительно совпадает. Чем больше полей, тем больше, то есть для инта здесь, в принципе, разницы нет. Он всегда хранит там определенное количество байт, бит, и эти байты копируются. Если мы говорим про перечисления, они намного меньше. То есть если мы работаем с интом, если уже прям совсем углубляться, если мы работаем с интом, инт может быть различных размеров. Он может быть 32-битный, 64-битный, и в целом он зависит от разрядности системы, на которой мы работаем, и еще каких-то дополнительных характеристик. Если мы говорим про перечисление, перечисление само по себе создано для того, чтобы хранить, ну скажем, пусть до 20 там, количества этих кейсов. Следовательно, набор этих значений, он ограничен вот до вот этого числа 20. Int создан для того, чтобы хранить, ну там, большое. Соответственно, оптимизация маленького количества кейсов происходит еще, ну то есть сверху, к производительности. Плюс, если у нас очень маленькое значение, количество перечислений могут дополнительно сжаться в побитовые операции и с ними еще быстрее работать. Плюс, что касается, вот почему с raw value, что интересно, довольно быстро работает. Потому что raw value, как само по себе, оно не передается в самом типе. Это вот там Ахмед говорил про динамические диспатчи, динамические таблички. Для вот этой штуки, для перечислений создается в общей памяти таблица, где говорится, вот такое-то перечисление, такая-то строка, оно одно и все. И больше оно как бы никак не используется. Мы всегда работаем вне зависимости от того, есть raw value, нет raw value, тип всегда одинакового размера, и он очень быстро работает, кейсы. И только в том случае, когда мы уже обращаемся к raw value, у нас просто происходит проверка в таблице и подстановка. Как-то так. Окей, а вот то, что они побитно хранятся, сжимаются, это предположение или вы как-то проверяли? Два в одном. Часть, вот насчет последнего, там, где идет резкое увеличение, это больше предположение, потому что если у нас небольшой набор данных, это, во-первых, может паковаться в определенный набор, плюс работа с регистрами, это уже чуть больше проверка. Там есть последний ресурс про MyCache Memory. Там такая штука, что когда у нас работа идет с перечислениями, вместо того, чтобы обращаться к стеку, там что-то модифицировать и так далее, у нас напрямую к регистрам, то есть еще дополнительно небольшой прирост к производительности дается. Ну, наверное, скорее в кэш, а не в регистре, а то 20 полей, наверное, ну, в регистре не влезет. Возможно. Это тут уже, как бы, не знаю, тут как Apple там. Возможно, тут же как бы в регистре идет модификация, именно обращение, когда нужно, скорее всего, что-то модифицировать. Если считывание, то там вообще может быть все настолько закешировано, что… И можно сразу второй вопрос? Да. По поводу вот этих ваших боксов. Есть какие-то реальные примеры, где это полезно использовать? Потому что пример, когда у тебя 50 строк в структуре, то как бы ну, явно, что сначала нужно пофиксить код. Плюс-минус насчет примеров реальных. Тут все зависит от того, насколько большую систему мы пишем и какой подход реализуем. Например, ну из такого, то, что всплывает, это если мы используем стейты по всему нашему приложению, особенно если мы используем какой-то глобальный стейт, то вот это может быть, ну, повлиять, потому что он передается везде. Но тут как бы штука в чем? Как я уже говорил, если… То есть вот этот подход — это такой, как уже крайняя мера, когда нам нужно действительно быстро работающий компонент либо модуль. В большинстве случаев об этом лучше не думать и лучше не трогать, потому что вы можете сами себе навредить. Если, когда это может быть нужно? Опять же, если в фреймворке, возможно, это может быть более удобно применить, чем классы и все время думать о том, что так, там надо скопировать, там что-нибудь модифицировать. И второй момент, если мы пишем ну, реально большое приложение, там, где еще может быть разделение на модули, особенно с разделением на модули, потому что оптимизация, она
очень классная и умная, но она работает в основном офигенно внутри одного модуля. Если между разными модулями, там уже могут быть дополнительные сложности. У меня очень сильно поражает ситуация со строками. Проверял, ну, два вопроса. Как проверял, когда структура была со строкой, как, когда она определяла, когда она определена как LED или VAR? Суть в том, что было на слайде написано, что любое стандартное поведение может поменяться при помощи оптимизации компилятора. И вот эта вот штука, она действительно... Этих оптимизаций, их очень много, и они комбинируют между собой различное поведение. Здесь для того, чтобы все-таки увидеть какие-то числа и увидеть копирование, потому что проверка была в релизе, потому что в дебаге как бы нет смысла замерять. То есть там не on-on стоял, это второй вопрос. Включена whole module optimization, но принуждалась так, чтобы она не срабатывала, иначе оно почти все выбрасывает. Ну то есть... Оптимизация для простых проверок, она почти всегда все как бы оптимизирует и убирает любые копирования, любые перемещения. Здесь именно, чтобы было выполнено копирование. А, я понял. То есть это не совсем из реальной жизни, потому что я слушал это и думал, что меня вообще пугает эта статистика. Вот если я определил структуру, допустим, и у меня их много, и у меня там много строк. Да, то да. То есть здесь, во-первых, что там вот с рекомендацией про LED. Если мы используем константу, там тоже очень много оптимизаций, которые ускорят код. Когда мы используем VAR, уже оптимизации некоторые могут не сработать. Плюс вот это все копирование здесь, чтобы именно специально была выполнена копия. Если мы передаем там в 20 функций переменную, скорее всего, компилятор ее вообще может сжать в один вызов без каких-либо копирований. То есть здесь поэтому и было, что... Не нужно делать преждевременную оптимизацию, потому что вы можете думать, что это как бы медленно, но по факту у вас под капотом все работает, да, не так. Выглядит стрёмно, но вкупе с тем, что это использует copy-on-write semantic, оно должно работать много быстрее, чем в этой таблице. Ну, верно понимаю? Тут, да, еще зависит, плюс-минус. Но в целом как бы это вот такая уже гиперболизированная картина, когда вот прям... 10 мільйонів раз все копірується. Так, окей, спасибо. Я хочу подякувати тобі за класну доповідь. Спасибо. Вона дійсно цікава, завжди цифри. Цифри технарям – це класно.